Международный фестиваль тюркоязычных театров Тузанлы вновь собирает родственные народы. Кыргызстан театр ерсилер, Ирак араларды яқынайтып келген хан кардашларымызды ихлас көңілден сәлемдейік. Приветствуем вас, друзья, коллеги, верные и преданные поклонники театрального искусства. Международный тюркоязычный фестиваль «Туманлы 2019» проводится в России в год театра и посвящен двум знаменательным датам – столетию со дня образования Республики Башкортостан и столетнему юбилею Башкирского академического театра драмы имени Мажида Гафури. Дорогие друзья, уважаемые гости, слово для приветствия доставляется министру культуры Республики Башкортостан Амине Гниевне Шафиковой. Халық ара туғанлық фестивалі асылығы мұнан Башқұртыстан Республика Хүкіметі есімінен ұсын көңілден құтылайын. Добрый день, дорогие друзья, наши многоуважаемые гости. Позвольте мне от имени правительства Республики Башқұртыстан, от имени временно исполняющего обязанности главы Республики Башқұртыстан Радия Фаритовича Хабирова поздравить вас с открытием 7-го международного фестиваля тюркоязычных театров Туганлы. Как уже сказали наши ведущие, действительно у нас этот год очень насыщенный. И это столетие нашей республики, столетие Республики Башкортостан. Это столетие народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Это столетие нашего одного из любимейших театров Башкирского академического театра драмы имени Мажида Гафури. Это, к тому же, еще и год театра Российской Федерации, и вот эти все праздники мы не могли отмечать в одиночестве. Конечно же, нам хотелось видеть наших друзей, наших гостей. Сегодня к нам приехало из 5 стран и 6 регионов России. К нам приехало сюда 13 коллективов творческих, театральных. Порадоваться с нами вместе и сказать друг другу, как хорошо, что все мы сегодня здесь вместе собрались. Дорогие друзья, нас ждет впереди интереснейшая, я считаю, насыщенная неделя. И я хочу в эту неделю пожелать всем нам успеть посмотреть то, что мы хотели посмотреть, успеть сходить на все спектакли, успеть ходить на все конференции, творческие лаборатории, пообщаться. Но и я хотела бы пожелать терпение и нелегком, наверное, труде нашему многоуважаемому экспертному совету во главе с народным артистом Российской Федерации Борисом Афанасьевичем Морозовым. Спасибо вам, что сегодня вы сегодня с нами. Ну и пожелать всем нам новых открытий, пожелать нам всех творческого общения, новых друзей. И позвольте мне использовать право открыть этот фестиваль. 7-й фестиваль тюркоязычных театров Туганлы объявляется открытым. Добро пожаловать! Спасибо, Ирина Евгеньевна. Спасибо вам за добрые слова. Дорогие друзья, перед вами главный приз 7-го международного фестиваля тюркоязычных театров Туганлы. Пусть купол нашей юрты под названием Туганлы будет крепким. Пусть царит мир, дружба и братство. И эти призы в форме юрты будут подарены победителям, лауреатам фестиваля в номинации, среди которых основные — это, конечно же, лучшая женская роль имени народной артистки СССР Гульнары Мубаряковой, лучшая мужская роль, лучшая режиссура и лучший спектакль. Итак,
течение 8 дней в Уфе на разных театральных площадках выступит 13 театров из 10 республик и зарубежных стран тюркоязычного мира. Итак, дорогие друзья, внимание на экран. Башкирский академический театр драмы имени Мажида Гафури. Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль по роману Гузель Яхиной в инсценировке Ярославы Блинович «Зулейха открывает глаза». Режиссер-постановщик Айрат Абушахманов. Ваша пропуска. Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала. Спектакль по произведениям Гаяза Исхаки «И это жизнь». Режиссер-постановщик и автор инсценировки Айдар Сапар. Татарстан. Независимый театр «Дом». Спектакль по пьесе Исмаила Имана «Лимбо». Автор идеи и постановка Тарлан Расулов. Азербайджан. Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр. Спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Режиссер-постановщик Владимир Магар. Крым. Гагаузский национальный театр имени Диониса Анасоглу. Спектакль по пьесе Джона Патрика «Дорогая Памела». Режиссер Турал Мустафаев. Гагаузия. Молдова. Башкирский драматический театр Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. Спектакль по повести Мустая Гарима «Таганок». Режиссер-постановщик Антон Федоров. Башкортостан. Внеконкурсный показ. Салаватский государственный башкирский драматический театр. Спектакль по пьесе Олжаса Жанайдарова «Берушин». Режиссер-постановщик Ильсур Казакбаев. Башкортостан. Продюсерская компания Хасана Аджара «Бастанжи Арт». Спектакль по письмам и стихам Назыма Хикмета «Пирайе». Режиссер и актер Мурат Чидамлы. Турция. Акмолинский областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова. Спектакль по трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Режиссер-постановщик Дина Жумабаева. Казахстан. Национальный драматический театр имени Павла Кучия, Республики Алтай. Спектакль по мотивам пьесы Павла Кучия «Чайнеш». В инсценировке Сергея Потапова и Николая Багырова. Режиссер Сергей Потапов. Республика Алтай. Татарский национальный драматический театр имени Александра Тапанова. Спектакль по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Режиссер-постановщик и автор инсценировки Марас Чепку. Хакасия. Кыргызский государственный театр юного зрителя имени Бакен Кадыкеева. Спектакль по пьесе Тунжа Джуджинаглу «Лавина». Режиссер-постановщик Эльвира Ибрагимова. Кыргызстан. Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени Виктора Кок-Оула. Спектакль по пьесе Александра Даржая «Чатаган». Режиссер-постановщик Сайдаш Мангуш. Республика Тыва.
Они будут представлены на суд зрителей и экспертного совета фестиваля. Итак, друзья, председатель экспертного совета Борис Афанасьевич Морозов, Москва, народный артист Российской Федерации, главный режиссер Центрального академического театра Российской армии, лауреат премии Москвы, профессор Российского института театрального искусства ИТИС. Члены совета Ольга Владимировна Егошина, Москва, профессор, доктор искусствоведения, театровед, ведущий научный сотрудник научной исследовательской секции школы студии МХАТ. Сания Гусейхановна Хатиба, кандидат искусствоведения, театровед, профессор Казахстанской национальной академии искусств имени Тимербека Жургенова, руководитель казахстанской секции Международной ассоциации театральных критиков Алматы, Казахстан. Андрей Леонидович Ястребов, Москва, доктор филологических наук, профессор, литературовед, заслуженный работник Высшей школы России, заведующий кафедрой истории, философии, литературы Российского института театрального искусства ИТИС, член Союза писателей и Союза театральных деятелей России. Галина Яковлевна Бельгуция, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории искусства Украинского Государственного института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусства Республики Башкортостан, город Уфа. Татьяна Сергеевна Шурова, Санкт-Петербург, кандидат искусствоведения, театровед, старший преподаватель Российского государственного института сценических искусств, член экспертных советов премии «Золотая маска», «Арлекин», «Прорыв», член ассоциации театральных критиков, организатор драматургической программы «Первая чинка» в рамках фестиваля «Пять вечеров». Мия Сроуфич и Глава, театральный критик, руководитель литературно-драматической части Татарского государственного академического театра драмы имени Калясара Камала, советник министра культуры Республики Татарстан по театральному искусству, член экспертного совета премии «Золотая маска», лидер фестиваля «Любимовка» и конкурса новой драматургии «Ремарка», программный директор Международного театрального фестиваля «Навруз», молодой режиссер «Ремесло» и Международного фестиваля национальных театров «ПУА. Пространство диалога». Город Уфа, народный артист России и Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Слава Тимилаева, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Президент фестиваля Рифкат Вагилович Исрафилов, народный артист России, заслуженный деятель искусств России, Башкортостана, Татарстана, Северной Осетии, лауреат государственных премий России и Башкортостана, художественный руководитель Оренбургского областного драматического театра имени Максима Горького, профессор Оренбургского государственного института искусств имени Ростоповичей. Дорогие друзья, давайте пожелаем нашим членам экспертного совета хорошей, доброй и плодотворной работы. Спасибо вам! Сегодня на открытии фестиваля присутствуют участники фестиваля «Туланлы». Башкирский академический театр драмы имени Машида Кабури. Музыкально-драматический театр имени Шахмет